Добрый день! Добро пожаловать на канал «Вечерние посиделки». Меня зовут Анна, и сегодня я хотела бы начать снимать видео о своих поделках на Пасху. Мне бы хотелось вышить магниты на холодильник, либо какие-то сделать украшения в форме яиц. Я купила у нас в Леонардо бисер вот разный здесь. Тут фирма Гамма и Тохо Битс, по-моему, вот так читается. Здесь, значит, Япония, Хиросима производство, вот этот Тохо. А Гамма оказалась Чешская Республика. Я думала, что это будет Китай, но оказалось, что не так все плохо. Вот это вот японский. Ну, японский у меня тут несколько. Он такой красивый. Мне понравился. Вот. Также я скачала схемы с интернета яиц. Вот такие вот яйца. Мне из них понравилось больше всего вот почему-то это и вот это. Хочу попробовать вышить крестиком, что-то бисером. Посмотрю, как это все потом получится. И еще вот мне очень понравилась вот такая схема. Она у меня, ну я извиняюсь, что у меня все черно-белое, у меня черно-белый принтер, цветного нет. Вот такое яйцо клубничное, пасхальное клубничное яичко. Я его уже вышила, вот оно у меня в готовом виде, но у меня здесь не калиброванный бисер, и я вышивала в первый раз вообще бисером. Ну, получилось не очень ровно. Я, конечно, перепарывала, думала, получится лучше. Но в результате они все как бисеринки, как все неровно легли и как бы танцуют в разные стороны. Вот. Ну, издалека, если не присматриваться, в принципе, на холодильник, если вот так повесить, оно будет довольно-таки празднично, красиво, нарядно смотреться. Вот. Еще я купила вот такие яички, декоративное пасхальное яйцо. У нас в Челябинске есть магазин Фикс Прайс. Я не знаю, есть ли он по городам, наверное, тоже есть. И вот там сейчас появились вот такие чудные яички, как перепелины из пенопласта. Хочу тоже использовать их либо в какие-то поделки, либо в магниты, либо все вместе как-то соединить. Потом засниму, покажу вам, что у меня получилось. Вот. Надеюсь, что будет красиво. Ну а сейчас буду показывать, что же у меня получилось в результате. Клубничное яйцо оформила таким образом, с маленькими яичками перепелиными, с цветочками, с бусинками. С другой стороны я приклеила фетр, затем приклею еще магнитную ленту. Это будет магнит на холодильник. Еще я вышила парочку яичек вот таких с зайчиками. Здесь у меня зайчик-подвесочка, бусинки и вот такой симпатичный узор, вышитый нитками и бисером. Мне он очень нравится, такой яркий, пасхальный, создающий настроение. Второй у меня магнитик вот такой. Тоже здесь зайчик, уже другой узор вышивки. Тоже также на подвесочке с бусинками. Здесь очень красивый бисер, наверное, его на камере не видно. Ну, такой вот узор. Мне вот эти два зайчика, два магнитика очень нравятся. Такие симпатичные получились. Еще я вышила вот такого пасхального защёнка розового с подвесочкой, звездочкой, тоже с бусинками. Также будет магнитик. Он такой пушистый. Получился хорошенький, тоже мне очень нравится. Еще я вышила вот такой магнит, здесь такие маленькие зайчатки, крольчатки, оформила вязаным цветочком и бусинкой. Очень тоже хороший такой получился. Еще я сделала два магнита. Уже не с вышивкой, не вышивкой крестом, а вот такие. Они более как скраб-магниты. Здесь я взяла веревочку, сформировала гнездышко, приклеила цветочки, яички
и перышки. Ну, такое пасхальное поднастроение, пасхальное получилось. Два магнита. Вот они немножко разные, но оба очень красивые. С другой стороны я тоже приклеила фетр. Такая красота получилась. Все мне магниты очень нравятся. Большинство из них, конечно же, я подарю. Когда вышивала, получила массу удовольствия. Настроение такое пасхальное, праздничное у меня уже. Вот. Спасибо всем большое за внимание, кто досмотрел до конца. Желаю вам творческих успехов, вдохновения, прекрасного весеннего настроения. Ну и, конечно же, ровных крестиков. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. До свидания.